Привет всем прильнувшим к экранам любителям футбола. Смотри. Быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Приложился он классно и качественно по мячу с лёта и отправил его в правый угол. Чуть сетка не порвала этим ударом. И пробил. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Мяч потерян. Отличный перехват. Ну и где же навес? Ну и где же навес? Пол команды обыграл, ничего себе! Ромен Алессандрини. Невероятно! Матч сегодня будет что надо. Верен. Делать. Даже великие игроки забивали мяч в свои ворота. Подали мяч с углового в центр штрафной. Очень обидно. Команда забивает автогол. Теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. Счет 2-0.
Анхель Карре. И удар! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Питер Крауч. Джесси Линдер. Может он забить здесь? И арбитр показывает желтую карточку. Удар! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Уже 4 гола в этой... Бензема. И удар! Дамы и господа, в этот футбольный... Ух, какая прекрасная передача пошла от Абамиянга. Команда очень вероятно, что и матч выиграет. И тут очень важна выдержка, причем с обеих сторон. Не могут с ним сегодня справиться защитники. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Да, вот с первым ударом вратарь справился. Но где... Увидел открывание впереди, делает передачу. Достает голкипер. Бензема забивает гол. Не могут с ним сегодня справиться защитники. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Исполнение штрафного и ни единого шанса он не оставил вратарю. Великолепный удар. И шансов-то у вратаря было немного прямо. Шикарно, шикарно исполнил. Игра возобновляет. Очень опасным этот штрафной может получиться, если он попадет в створ. И как здорово он пробил! Мастерское исполнение штрафного и ни единого шанса он не оставил вратарю. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти. Тем временем у нас Анхель Карре. Эрнандес. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча.
вариант. Подача на дальнюю штангу. Восхитительно. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Можно и защитников поругать, они тоже были не на высоте. Но мне кажется, голкипер нервозностью своей делится и с партнером. Да, на взводе. Передача на отбит. Момент для удара. Карим Бензема. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Можно и защитников поругать, они тоже были не на высоте. Мяч летит в центр штрафной. Это момент! Гол! Хотелось бы, чтобы этот гол стал началом их спасения, но, откровенно говоря, верится в это с большим трудом. До стартового свистка остаются считанные минуты, и за игрой сегодня будем следить. Сыграл без шансов для голкипера, он отправил мяч в сетку. Браво! Отличная атака, отличный гол. Ну, ребята, ну как же так? Надо же страховать своего вратаря. Минимальное преимущество. А вот это может быть опасно. Удар. Отличный момент есть. И вперед он выводит свою команду. Отличный гол. Классно сыграл. Без шансов для голкипера. Он отправил мяч в сетку. Браво. И подает штрафную. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивает. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. И есть. Есть адрес у этой передачи. Гол, забивают еще один мяч. Вперед игра идет, мяч у атакующей стороны. Андрей Сильва. Точности не... Хорош все-таки в игре на втором этаже. Гол это подтверждал. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Очень здорово сыграно. Увидел партнера, моментально выложил передачу и все. Плюсуйте единичку. Такие крутые. Вперед идет атака. Интересно может быть. Навес в центр штрафной. От головы в ворота. Класс! Хорош все-таки в игре на втором этаже. Гол это подтверждает. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса.